Так, друзья, хвастаться особо нечем. Работы сделал не сильно много, но я перебрал весь профлист, весь сложил там в пачку, и сложил там пачку, и тут вот сложил, то есть где какой по рисункам сходится. Тут дело в том, что не только по самим, типа выше-ниже лист, но еще сами швы не сходятся. Есть шов, ну вот, допустим, вот вроде бы совпадает, вот раз, два, три совпадает. А здесь вот выше, но тут кусочек уже не совпадает. Тут широкий шов, тут уже. Ну так, в принципе, сдалека смотришь, нормально выходит. Более-менее адекватно. Вот тут смотришь нормально. И рисунок совпадает, и все хорошо. То есть я уже выбирал на ту стенку в рисунок. Ну а там дальше будем смотреть им торцевую стенку и ту стенку, которая от забора, тоже будем смотреть. Вот эту стенку, как будем делать. Саму вот эту стенку. Ну, она тут забор, 4 метра до забора. Грубо говоря, тут роль особо не играет. Так, и что я попробовал? Я утеплять, нарезать пенопласт. Думаю, попробую на этой стенке, как оно будет все выглядеть. То есть профлист, утеплитель вот такой с отражателем, потом пенопласт 10 сантиметров, 100 миллиметров. И потом опять у меня такой утеплитель и профлист. И что я хотел бы сказать. Выходит кублышка такая, что ого-го, мама не горюй. То есть сам пенопласт 10 сантиметров такой хороший. И два утеплителя этих, они тоже роль играют. Ну то есть если, допустим, я пенопласт просто ложу, ну вот какая-то щель, ну можно задуть, где большие щели. Вот, допустим, получилась щель. Вот здесь получилась щель. Это большие, я, наверное, задую. А утеплители этот с двух сторон. Ну, чтобы наверняка сквозняка не было в какие-то там щели, микрощели. Поэтому по-любому надо будет и пеной задувать, где большая щель. Вот, к примеру, как вот это вот. И сам утеплитель еще такой пускать. Может, единственное, что сделаю без блестяшки. Он дешевле, куплю просто сам вот этот поролон без вот этой блестинки вовнутрь. И все. И потом будем крутить внутренний. Но, как я думаю, лучше бы было, конечно, для меня, вот покручу наружные стены, кирпичик свой, покрутить наружные стены и укрыть крышу. Укрыть крышу, потому что работать мучение. Грубо говоря, работать можно или там после 6 вечера, или рано утром. Рано утром мне надо то туда, то сюда ехать, то жену на работу отвозить. Пока приезжаю, уже когда освобожусь, приехал, жара стоит. И тут, ну, часика два поработаешь, начинает голова болеть сильно. Поэтому как бы работаю вечером, стараюсь. Но если солнце не сильно печет, то еще и днем. Ну сейчас я вот сюда все наготовил. Уголки забрал, сейчас покажу последнюю партию. Тоже сейчас покажу уголков, купил металлических, потому что они меня держали. И можно работать. Мне, конечно, я так думаю, судя по всему, надо, конечно, крышу укрыть. Крышу укрыть, и я поработал тупо в теньку под навесом. То есть независимо от погоды, а погода будет жара еще стоять, я так думаю, весь июль, август и еще, наверное, в сентябре. То есть вот эти самые такие месяца. И укрыл бы крышу и не мучился по эти месяца. Поэтому сейчас подбиваю, так сказать, сколько мне выйдет крыша. Как можно дешевле, чтобы ее купить и укрывать крышу. Это первое. Второе. Завтра у меня ранний забой у 4 часа утра, поэтому видео выложу по возможности. И третье. Сейчас покажу вам по металлическим уголкам, что мне примерно уже вышло по деньгам. И Вот этот утеплитель, за который я накладную не взял, 11 гривен метр. Я взял 50 метров вот этого утеплителя, то есть получается 550 гривен. И мне надо еще таких 4 рулона. 3 рулона. Один у меня вот есть, я его уже использую. Еще надо таких 3. Это мне на весь сарай. На наружную стенку и на внутреннюю стенку. Вот таким образом я делаю окна, вырезаю. Потом на вот эти окна, которые я повырезал, сюда вот у меня будет накладываться уголок коричневый. Потом я сюда набивать буду рейку, сам вырежу и делать четвертя. И в эти четвертя будут уже окна. Окна будут открываться вовнутрь. Вот так планирую. В принципе, потом, что я посмотрел, мне очень нравится именно и само наполнение стены. Выходит очень такое, там говорят, будет холодное или сильно жаркое. Нет, друзья, жаркое оно вообще не будет. Оно даже просто я покрутил металл. Металл был горячий, когда солнце повернулось на ту сторону. А когда вот этот утеплитель, все, уже горячее сюда не переходит. А тут, когда пенопласт будет, и опять утеплитель, и металл будет то, что надо для сарая. Поэтому сарай будет, я думаю, более чем хороший. Да, так смотришь на сарай, грубо говоря, сарай огромный. И еще мне подписчики предлагали сделать первую, то есть клетку, ну первые 2 метра, типа тамбура. Ну вот, допустим, я зашел в сарай. Зашел в сарай, и у меня тамбур, ну как на фермах. И в тамбуре вторые двери или ворота, и зашел в сарай. Да, полезно, то есть поставить там бочки, корма, я там знаю, что тачку, лопаты, ведра, ну что угодно. Да, я согласен, было бы мне тоже удобно тут какие-то корма поставить. Но опять же, это я забираю 2 клетки, 2 хороших клетки. То есть 2 клетки, грубо говоря, для свиноматок уже минус. А я сейчас уже подсчитываю то, что у меня есть, и то, что думаю взять. Как бы я бы не сказал, что сильно ого-го сарай. Почему, объясню? Потому что каждая клетка 2 метра шириной, 2 на 3. Тут у меня будет 1 свиноматка. И хотя бы какой-то откорм держать. Да, у меня есть еще сараи, грубо говоря. Там, ну, я на зиму всех сюда переведу, чтобы им было теплее. А потом буду уже видеть, что мне надо, кого, куда. Ну, то есть у меня уже тут места не сильно так уже много, если я всех своих сюда переведу. Остается. Да, откорм там не по 1 штуке в клетку штук, грубо говоря, по 4, по 5 можем в каждую клетку. Ну, по 4, наверное, оптимально будет, если откорм в 1 клетку. То есть до зимы я планирую его по-любому закончить до зимы и запустить сюда уже свое поголовье, то что у меня есть в наличии всех свиноматок, хряков, ну и так дальше. То есть само по себе именно стены будут очень теплые, и таким же образом, будут и крыши. Ну, не крыши, крыша. Таким самым образом. Вот так, друзья, на таком я сейчас этапе перебрал весь профлист, подобрал рисунки. Попробовал даже часть утеплить, как она будет выглядеть. Очень доволен, нравится. Не жалею, что начал сарай, хотя там у меня не было супер-пупер там вложений. Взял, вложил, людей нанял. Денег, так сказать, минимально и своими силами сам. Ну и сын помогает. Поэтому вот так. На профлист все готово у меня, на сам профлист. По рисункам надо только зашивать. Зашивать сейчас уголки покажу. Так, не знаю, темно, не темно. В машине сегодня на почте уже брал. Вот такие уголки. Это я заказал 200 штук. Последние. Я думаю, мне их уже хватит. 50 на 50 и 50. Да, это, наверное, по 50 штук. Но я их не пересчитывал. Забрал на почте 1090 гривен. И те у меня тоже записаны. То есть где-то получается, ну, 2 с копейками. Это я уже потратил только на уголки. Плюс гвозди, то все, то есть эти моменты тоже сильно денег тянут. Гвозди, саморезы, уголок. Также, друзья, сегодня нашел я вот такой вот вентилятор. Ну, вытяжку, типа вытяжки. Старую, не знаю, откуда она, ну, то есть, давно у меня валялась. Она нигде у меня, ни в сараях, нигде. Я никогда такими вытяжками не пользовался. То есть, может, кто-то из вас знает, что это за вытяжка? Подскажите. Ну, я думаю, это обычная, примитивная. Она вообще что? Ну, дует сюда, то есть она вытягивает, я так понимаю. Оттуда втягивает, сюда вытягивает. Я никогда такими не пользовался, поэтому не знаю. Мне кажется, они малоэффективны. Кто там что из вас знает, отпишитесь. Именно что касается самой вытяжки. Вытяжки в сарае. Если я пущу, допустим, в каждом пролете, ну, на каждые 2 метра одну вытяжку, там 200, 200, 250 трубу вверх, я так думал, это тоже мне повлияет сильно на крышу. Во-первых, они будут торчать в коньку. Это конек получается через каждых 2 метра, то есть рубать конек надо, ну не то что рубать, частями его делать. И опять же, вот эти примыкания конька с этой трубой, и сам профлиз надо ж кругом подрезать на этих точках, где будут вытяжки. То есть не сильно удобно. И по-любому все не устранишь, будет по-любому какая-то течь. Именно возле этих труб, это 100%. Ну да, можно герметиком, там еще чем-то, битумом. Но мне кажется, то не то. Или же можно сделать, допустим, штуки 3. Или 4 вытяжки, сделать там 50 на 50 тумбу такую и выпустить ее вверх. Мне квадрат проще обойти, квадрат крыши обойти. И тем же коньком, то есть там лучше будет сделать так, чтобы не подтекало. Или не морочить голову вообще с крышей, не лезть туда, а пустить по длине 2 трубы, которые будут выходить или на той стороне вверх, наверное, здесь. 2 трубы через каждый метр будет втягивающее колено, и пустить вверх, и поставить какой-то, ну, может быть, в будущем двигатель. То есть какая будет эффективнее вытяжка. То есть сами окна вовнутрь будут открываться, их 10 штук на весь сарай. Сами окна вовнутрь, ну, тоже как вытяжка и как проветривание будут работать. То есть окна у меня вот 1, 2, 3, 4, и тут 4, это 8, и 2 здесь поставлю вверху. То есть вот это по вытяжкам еще думаю. Ну вот так, друзья. Вот такие у нас лепеники. Все выходит супер-пупер. Все выходит хорошо. Если даже эти все попрятались туда в сарай, значит сильно жарко на улице. Потому что когда они сильно так более-менее еще терпимо, они здесь. Или возле кормушки, или тут возле воды, а так все там. Значит сильно жарко. И градусника не надо. Все, всем пока.